Сотрудники предприятия «Римстрой» красят ограждения на участке протяженностью 4 километра от Малой Бухты до Старого кладбища. На улице Крымской красят опоры уличного освещения. Муниципальный заказ выполняет индивидуальный предприниматель Николай Зиновьев. Скоро такие же работы начнутся и в сквере Боевой Славы, где сейчас полным ходом идет реконструкция. Специалисты компании «Зеленстрой» укладывают в сквере рулонный газон. Это даст возможность в кратчайший срок получить на участке качественное ярко-зеленое покрытие. При посеве газона на это обычно уходит не менее одного года. Сотрудники «Зеленстроя» проводят подобные работы и на набережной курорта. Мы полностью провели реконструкцию, высажено на нее около 20 тысяч цветов виолы. Новый кустарник, который произрастает в нашей зоне и который является, может быть, удивительным и экзотическим для гостей нашего курорта. Это купресса ципарис лейланда, кипарисовик нутканский, тисы, можжевельники, которые растут у нас здесь на юге. Также в городе обновляют пешеходные переходы. Сотрудники компании «КИТ» наносят разметку на улице Горького. Почти год назад появились первые пешеходные переходы, раскрашенные в новой цветовой гамме. Традиционная белая разметка чередуется с линиями желтого цвета. Работы по благоустройству и озеленению курорта планируют завершить к майским праздникам.